Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Для владельца этого имени качества характера могут проявляться и в отрицательном аспекте. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Обладателям этого имени не стоит забывать и про особое покровительство могущественного Юпитера в период с 19 февраля по 20-27 марта и с 21 ноября по 20-27 декабря. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. За счет своей высокой общительности людям с этим именем довольно просто контактировать с окружающими, вступать с ними в контакт. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.